осторожно. Несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. В голове с тобой весело. Да, я сам понял. Яблочко от яблони.
Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Тим-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А. Один входной камень есть. Нужны 3 входных камня. Приготовься! Oh!
еще один вздох! Гляди в оба, сын! Я готов!
второй камень. Даже больше, чем Вейдергард. Да, сила короля гномов велика. А что с ним случилось? Это великая тайна, даже для сынов Ивальи. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две Гротикр. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Не очень уютное место, да? Начеку.
Вы им показали. Это я почувствовал.
дракону? Драконы или драконихи? Не знаю. Есть способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Yeah!
Я надеялся, что дракон нам поможет. Мы же пытаемся его освободить. Готовься! Враг убит! Отец, посмотри наверх! Смотри. Ладно. Так, запишу это в дневник. Обстрел слева!
Нужна эта броня. Что в ней такого? Про Дегротикар ходит много легенд. Слишком много. И поэтому сложно узнать про доспехи, что не наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. А чему можно верить? Себе, своим глазам, инстинктам. Верить легенде опасно, и этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь.
Ну что, вперед! Да тут разруха. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Может, тронный зал лучше сохранился? Еще один. Старкадр. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкорнал. Он всегда так делает. Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса целой толпы. Наверное, старые духи, жертвы безумного короля. И все же звучит зловеще. Голоса все громче. Это как будто скитальцы. Кровавый след.
За троном есть проход. Потайной ход! Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Мацагнир. Сын, сюда. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Ну как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивые. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове.
интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие — риск. Королю гному не повезло.